Здравствуйте, уважаемые зрители! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал Марии Гейс Арт. Сегодня мы с вами нарисуем вот такой вот скетч с булочкой с корицей, или по-другому синнабоном, стаканчиком кофе, рука, столик, либо пакет. Вот такой вот интересный скетч, яркий, насыщенный, осенний, эстетичный, аппетитный, я предлагаю вам нарисовать. Материалы в описании к данному видео, фотореференс в это видео вмонтирован, он всегда будет сбоку во время просмотра вашего видео, и во время вашего просмотра этого видео. И давайте я не буду больше затягивать, приступим к созданию данного сюжета. Начнем мы, как обычно, с карандашной разметки. Для того, чтобы нам разметить всю нашу композицию, нам нужно начать именно с пакета самого, на котором стоит булочка. Верхний вот этот угол дальний пакета, он у нас поднимается выше середины листа. А ближе к нам угол пакета ниже середины. Даже немного здесь, чтобы не было видно ног, я прикрою здесь пакетом немного композицию. Соединяем эти две линии. Пакет готов. Надпись можно добавить, можно не добавлять. Это зависит от вашего желания, но надпись мы добавим потом. Сейчас добавляем наш с вами синнабон, булочку с корицей. Добавляем. Даже немного надо сделать ее ниже. Здесь вот. Размер регулируйте сами, какого размера вы хотите сделать синнабон. Смотрим мы на него почти сверху, поэтому намечаем такой вот кружочек. Почти сверху мы на него смотрим. И, возможно, небольшая толщина там будет присутствовать внизу, но мы ее уже при более детальной прорисовке отметим. Сейчас у нас идет разметка. Здесь вот за край пакета уходит нижняя граница стаканчика. На стаканчик мы тоже смотрим сверху, поэтому у нас здесь мы видим немного его высоту, мы видим в основном его крышечку. Надо еще меньше сделать высоту, чтобы было больше эффекта, что мы смотрим сверху. Готова крышка. Дальше. Высота небольшая есть в нашей крышечке. Толщина. Мы ее намечаем тоже. Вот эта толщина, она у нас уходит в общий эллипс. Эллипс у нас довольно широкий. Убираем углы, которые образовались. Потому что эллипс широкий, углов не должно быть. Намечаем ось эллипса.
Даже немножко надо сделать здесь его побольше, потому что тогда эллипс получается непропорциональный. Дальняя часть эллипса должна быть меньше, а у нас получается наоборот. Поэтому исправляем. Толщину делаем поменьше стаканчика. Точнее, не стаканчика, а крышки. И дальнюю часть эллипса делаем меньше. Построение крышки у нас готово. Здесь я еще больше сделаю эту часть. И готово. Дальше здесь мы видим небольшой такой вот, здесь где ось. Видим такое небольшое углубление. Вот. Дальше здесь видим, куда мы вставляем трубочку. Такой вот разъем. Он у нас похож на прямоугольник, но углы более мягкие. Туда уходит трубочка. И трубочка поднимается сюда вверх. Дальше там сквозь прозрачную крышку мы видим тоже небольшую. Тоже трубочку. Видим. Даже трубочка, получается, отклоняется назад, и надо, чтобы она к нам была. То есть здесь вот. И трубочка уходит на расширение. Небольшое к нам. Линия должна быть прямая. Видим здесь разъем именно. Нам нужно показать, что трубочка идет к нам на расширение. Небольшое. Пару миллиметров. Дальше видим здесь тоже какой-то кружочек. Треугольничек видим. Готово. Дальше теперь приступим к синабону. А, еще рука. Здесь мы видим, рука идет у нас. Здесь запястье видим. И у меня на канале есть уроки, где я рисую и объясняю, как рисовать руки. И сейчас я объясню еще раз. У нас рука делится на две трапеции. Вот первая трапеция и вторая трапеция — это пальцы. Еще большой палец идет отдельно. Здесь мы видим расширение первой трапеции. Вот здесь мы видим складочку. А здесь большой палец. Складка идет. Расширение на сгибе фаланги. Вот сама ногтевая фаланга. Ноготь начинается на середине фаланги. И ногти довольно длинные. Мы здесь видим.
Палец большой можно сделать потоньше. Там, видим, на руке еще присутствует татуировка. Но я ее добавлять не буду. Вы, если хотите, то можете добавить. Еще, наверное, тоньше сделаю палец. Слишком он получается какой-то широкий по отношению к руке. Готово. Сделали. И теперь синнабон. Общую форму мы с вами уже нашли. Дальше, видим, ее идет первый слой. Его толщина, мы ее видим сверху. Вот такая вот завитушка у нас с вами получается. Но здесь мы видим еще толщину теста. А еще мы здесь видим крем. Крем у нас интересными такими полосками нанесен. Кое-где он стекает. Добавляем намек на крем. Готово. Сделали скетч, именно такой карандашный рисунок. Теперь берем лайнер и начинаем обводить с кофе, со стаканчиком. Для начала обводим общий контур. Дальше видим толщину маленькую. Готово. Дальше. Вот это вот углубление. Дальше. Вот этот вот объем, откуда у нас высовывается трубочка, куда она вставляется. Вот так. Намечаем здесь внутреннюю часть трубочки. Трубочка. Видим дальше у нас. Там идет. Что мы еще видим? Толщину видим. Забыла наметить. Где у нас там заканчив... Где у нас уровень кофе? Уровень налитого кофе. Забыли разметить с вами.
Вот здесь у нас идут в основном блики, поэтому именно такую четкую часть мы видим здесь. Ну так, готово. Теперь линиями высоту стаканчика отмечаем. Вот. Намечаем ноготь. И намечаем толщину самого пальца. Вот так, готово. Рука у нас готова вместе со стаканчиком. Теперь намечаем край пакета. Я про него совсем забыла. Он у нас тоже здесь основа, на которой лежит булка с корицей. Сделали. И теперь контур самого синабона. Контур неровный. Что-то все-таки выпечка, тесто. Его невозможно сделать идеальным. Вот. И дальше. Видим вот эту вот завитушку. Которая у нас здесь идет. Видим некоторые рельефы в тесте. Их тоже добавляем лайнером. Нам лайнером нужно показать всю текстуру. Всякие там неровности. Можете добавить крем по желанию. Я показывала карандашом, как его наносить. Вот так, рельеф теста. И добавляем точечки. Это у нас будет корица. Мы их еще потом добавим в конце. Мы их еще маркерами добавим. Коричневым, темно-коричневым маркером добавим точечки. Готово. А еще здесь вот есть у нас такой вот кружочек. Вот так. Сделали. Теперь лишние линии убираем. Получается у нас такая симпатичная и аппетитная композиция, которую мы навели уже лайнером. Сделали все пропорционально. Вот эта вот пластиковая досточка у меня лежит, чтобы когда я пришла к лайнерам уже, ой, точнее не к лайнеру, а когда я уже начну рисовать маркерами, то оно не пропечаталось на следующий лист. Остальная часть скетчбука у меня осталась там под низом. Готово. Нарисовали. И теперь переходим к маркерам. Для кофе я рекомендую вам использовать не слишком темный коричневый, так как
Видим, что у нас там на фотореференсе не очень темный цвет. Я предлагаю сделать, чтобы было максимально похоже на фотореференс. И давайте. Вы можете использовать, конечно, потемнее, но у меня маркер немного заканчивается, поэтому звук немного не очень. Попробую этой стороной. Штрихи наносим в одну сторону. Где возвышение у нас немного меняется отражение. Блики мы потом добавим в конце. Так что сейчас пока блики мы на них не обращаем внимания, мы их добавим в конце. Если у вас маркер пишет лучше, то вы можете видео перемотать и идти дальше. А я попробую хоть что-нибудь выжать из своего маркера, что он еще пишет, но уже плохо. Но еще пишет. Для булочки я буду использовать другой коричневый, чтобы они не сливались. Потому что кофе это жидкость, булочка это тесто. Готово, закрыли. Теперь переходим. Сейчас я пока что все закрываю основными цветами. Сейчас переходим к булочке. Так, сейчас пока что этот маркер я отложу. Возьмем другой маркер. Посветлее. И на некоторые самые светлые части булочки я нанесу такой вот цвет. Именно ближе к этим рельефам. Блики на рельефы. Чтобы булочка была уже более текстурная сразу, что нам нужно выделять не только тени, но и свет, светлые части. Немного добавим на кофе такого вот оттеночка отблеска и дальше продолжим этим цветом. Где-то оставляем вот эти вот желтенькие, где-то закрываем их.
Если вы их закроете, ничего страшного не будет. Ну, просто вот так вот интересно, тоненько закрываем объем. Штрихи наносим по объему синабона. Готово. Теперь здесь закрываем основные светлые участки. Точнее, наоборот, оставляем основные светлые участки. Мы помним, что у нас свет слева, тень справа. Это мы видим на фотореференсе. На вот эту светлую часть мы немного темного нанесем, чтобы оно не было однотонное. Закрываем. И уже интересный текстурный объем теста у нас с вами получается. И дорабатывать его меньше останется. Готово. Сделали, осталось только добавить на нее тени, а так в основном она у нас уже готова. Дальше еще этим цветом немного добавлю отблеск на кофе. Теперь вы, наверное, поняли, почему я делала более светлым коричневым кофе. Чтобы акцент больше сделать на булочку. В некоторых местах можно подчеркнуть рельеф. Например. Готово. Дальше теперь можно уже перейти к коже. Закрываем телесным цветом нашу с вами руку. Здесь я взяла обычный телесный цвет, не загорелый, так как уже осень, уже загар немного смылся. Большей частью уже смылся. Поэтому обычный телесный цвет. Не заморачиваемся с цветом. Сразу закроем ноготь, который мы видим розовым цветом. Вот так. Ставим тени на ноготь. Готово. И теперь подчеркнем тени на руке более насыщенным телесным цветом. Здесь вот на большом пальце. И здесь вот на руке внизу. Сделали. Готово. Можно немного добавить цвета, которым мы закрывали кофе. Он все равно у меня заканчивается. Будет писать не так ярко и
интересный цвет получится. Дальше вот здесь вот в глубине руки тень надо сделать понасыщенней. Возьмем коричневый, темный. Им мы закроем здесь, там, где в глубине руки. Дальше закроем. Здесь вот складочки добавим. Стык с ногтем. Дальше вот здесь рельефы. На стаканчик. Готово. И еще теперь здесь вот где булочка, на нее тоже добавим рельеф. Добавляем сначала основной, стараемся не закрывать светлые участки. А дальше просто рельеф теста тоже подчеркиваем. Какие-то складочки. Пока что не спешите добавлять корицу. Корицу мы добавим в самом-самом финале и другим маркером. Добавили рельеф, а теперь, чтобы подчеркнуть тень с левой стороны, ой, точнее, с правой стороны, тень, слева свет. Делаем больше этих складочек именно с правой стороны. Так у нас будет визуально объем темнее. Чем больше темных складочек там будет, и чем меньше светлых. Сделали и теперь тоже в правую сторону все тени. Уводим на синабоне. Готово. Тени добавили на булочки. И она у нас получилась очень текстурная, очень интересная по цвету. Вот так. Теперь можно еще раз вот этим цветом по ней пройтись с теневой стороны. Тоже сделать насыщеннее. И все. С булочкой мы закончили. Теперь возьмем светло-серый цвет. Нет, сначала темно-серый. Ну, такой средний серый. И добавим тени от булочки на пакет. Добавим. Готово. На ноготь немного растушуем тень на ногте. Здесь еще забыла добавить. Тоже просвечивается кофе. Вот здесь.
Дальше. Этот же серый цвет. Добавляем тени на рельефы. Готово. Теперь более светлым серым цветом растушуем. Все эти тени. Складки добавим на пакете. Здесь растушуем тени на стаканчике. И самые темные тени я добавлю. Где-то он был? Вот он. Самым темным серым. Для начала я закрою трубочку. Он почти черный этот цвет, но все-таки он не черный. Готово. Сделали. Теперь тени углубим. Чем ближе к предмету, тем тень темнее. Вот, под самим предметом подчеркнули. Дальше здесь еще можно добавить самые-самые темные складки. Все. Вот, еще добавляем. Растушуем предыдущим цветом этот темный цвет. Готово. И осталось нам добавить фон. Фон добавить можно любой. Например, голубой. И давайте я этот момент немного ускорю. Итак, добавляем фон. Ну что я сделала? Я добавила фон. И с более светлым голубым цветом я добавила отблески в тени, складки. Конечно же, отражение на стаканчик. Сейчас белым пастельным карандашом я немного высветлю объем пластика здесь. Здесь, в принципе, высветлю объем пластика, чтобы было видно, что это у нас закрытый объем. Где открытый, где закрытый. Дальше на булочку. Со светлой стороны добавлю тени, тоже растушу. Ой, добавлю светлой стороны, добавлю свет и растушу немного. На руку. На ноготь. Готово. Немного здесь еще вот в этот голубой, в складке. Немного его тоже растушую. И складки тоже растушую, потому что так-то белого маркера нету. Вот так. Готово. Теперь белой гелевой ручкой. Нет, сначала самым-самым темным коричневым, который у вас есть, добавляем корицу на булочку. Просто вот так берем. И рандомно
посыпаем его корицей. Если сильно стучит, то сделайте звук видео меньше. Готово. Готово. Добавили. Теперь у нас булочка с корицей. Полностью с корицей. Вот так. А теперь белой гелевой ручкой я добавлю, ну, во-первых, еще раз блик на ноготь. На руку. Дальше на... Здесь вот. Здесь вот по контуру видим у нас на референсе блик. Здесь добавляем на трубочку. Готово. Дальше. Где еще вы считаете нужным поставить блик? Ставьте. Дальше здесь на булочку по краю добавляем. Здесь со светлой стороны добавляем блик. И белой гелевой ручкой тоже немного, как будто у нас сахарная пудра. Тоже немного добавим объем булочки. Здесь вот в складке блики, потому что с одной стороны в складке всегда тень, с другой стороны всегда свет. И готово. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте подпись в углу нашего с вами скетча. Подписывайтесь на моем канале. Подробные уроки рисования. Это видео в шотс юмор. Вы найдете. И еще раз спасибо за просмотр. Подписывайтесь. И желаю вам удачи, всего наилучшего и, конечно же, вдохновения.